Всем привет, друзья! Меня зовут Антон. И сегодня я приглашаю вас посмотреть игрушку Farming Simulator 2017 вместе со мной. Для начала мы выберем обучение, потому что я в нее никогда еще не играл. И первым у нас будет глава номер один «Земледелие». Узнайте о базах игры и о том, как эффективно управлять фермой. Окей, давай, загрузка. Графика тут должна быть обещающей. Все как обычно, игрушка на максимум настроечках. 60 кадров в секунду у нас все идет, так что будет интересненько. Давно хотел скачать эту игрушку. Ну как-то я ее скачал, не установил, потом удалил, потом не было времени. Вот сейчас в прекрасное воскресное утро и сам попробовать что да как, потому что моя мечта — симулятор железной дороги. И начинаем. Итак, добро пожаловать на начальный курс обучения. Сейчас вы узнаете, как готовить и засевать поле, чтобы получить богатый урожай. Если забыли, что делать дальше, или просто хотите завершить обучение, можно просто... Окей. Так, оглядитесь на проектор, стоящему перед культиватором на краю поля. Итак, управление полем зрения. Так. Так, я... Наверное, фермер же, правильно? Так, up, down. Ага. Все. Окей. Что, машина кажется большой? По сравнению с тем, на чем вы им еще доведется ездить, то это просто маленький старенький трактор. Не бойтесь управлять. Им проще, чем кажется. Запрыгивайте. Так, сесть... Ага. Угу. Итак, вот газ, вот тормоз. Руль наверняка вы уже видели раньше. Все просто. Разогнать и притормозить технику WS, управлять машиной AD. Итак, обучение. Начнем с простого. Не спеша сделать... А, не спеша сдайте назад и присоединяйте к трактору культиватор. Когда вы окажетесь достаточно близко, в правой нижней части под экраном изображения трактора появится значок. Как только культиватор поднимется в положение для транспортировки, подкатитесь к небольшому черному противовесу и присоедините его к трактору. Этот груз позволит устранить перевес. Итак, по чуть-чуть сдаем назад. Ага, так, культиватор есть. Теперь по чуть-чуть подъезжаем. Угу, отлично. Справляйтесь на отлично. Перед севом поле необходимо подготовить. У вас подключены два вида инструментов, между которыми можно переключаться. Схематическое изображение трактора в нижнем правом углу показывает, что используется в данный момент. Ага, в данный момент у нас вес используется. Окей, выберите культиватор, разверните и опустите его на землю, а затем езжайте по полю как можно более прямо. Окей, так. Давай, Джей. Культиватор. Так. Давай, ну мы же, наверное, сейчас сначала подъедем, чтобы его опустили. Угу. Троечка. Включить круиз-контроль. О, ребята, это круто. Это просто убийца свободного времени. Угу. А, совсем вылетело из головы. Пока вы работаете, можете включить и послушать радио. Вау. Окей, но мы будем без радио, потому что наш YouTube это все благополучно залочит. Итак. Так, обучение у нас наполовину. А задки ты ораешь, поле. Ага, ни хрена. Угу. Ясно, понятно. Скажем, нет бурьянам. Ладно, я что, поло составляю? Да твою мать. Давай. Оп.
Пошла, родимая. Отличненько. Итак, отлично. У вас дар культивации. Вы готовы к пассивным работам? Да, капитан. Давай будем сеять. Итак, культиватор разрыхлил почву и подготовил ее к севу. Садитесь в трактор, присоединяйте инструмент, как вы это делали раньше. Окей. Окей, итак. Сначала вот эту байду давай. Сеялку. Ой. Присоединили. Угу. Так, готов к транспортировке. Теперь давай противовесик. Для начала работы сеялку необходимо включить. Ух. Ага. Джей, это мы на сеялке. Так, хорошо. Пойдем назад. Б, это мы ее включили. Ага, ты ёпнул. Надо же ее было опустить. Вот пора. Опустили. И поехали. Можно видеть, кстати, вот такую вот полоску, но типа засеивается. Ух ты, вид из кабины, да? Так, по зеркалам ни хера не видно. Поворот. Давай, 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 давай. Так, ну я думаю, ты насеешь. Да, ты смотри, как я почти круто повернул. Тут. Оп. Да, так можно сутками тут, короче, сеять, выращивать, косить, блин. Вообще игрушка прикольная, мне, честно, мне нравится. Хоп, включили круиз-контроль, да? Хочешь, себе едешь, хочешь, нет. Там хоп, там, включил, допустим, радеечку. Превосходно. Раб посеян, а теперь останется всего лишь ждать, пока он поспеет. Окей. Хорошо. Отлично, у нас раб поспел. Пора собирать урожай. Вы полюбите эту работу. Хорошо. Какая огромная машина? Ваш собственный уборочный комбайн. Заберите с него и подключите жатку, так же, как это делали с другим оборудованием. Охренеть. Так. Так, трубу нам выставлять не надо, правильно? Нет. Ага. Угу. Окей. Так. А мне что, труба еще надо? А, о, все. Так. Опускаем. Ну. Так, ну давай выставим трубу. Окей. Что ты? Ох, звуковой сигнал. Так, давай еще раз тогда. Трубу сделали. Джей нажимаем. Ну давай мои очки врубим. Так, а какого хера ты не...
Ну, ты первая проблемка. Так, это я выключил отделение соломы, да? Давай включим. Так. Вернуть комбайн. Включить комбайн. О! Все, есть. Отлично. Капец. Положите трубу над прицепом. Нахер она мне надо? Эта труба. Не скажете мне? Зерновой бункер, комбайн заполнен. Откройте трубу. Пройдите машину к прицепу на краю, да? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Так, давай открываем трубу. Выключим комбайн. Ух ты. Я понял. Ну что, Ребзя, в принципе, ништяк. Видите? Какого хрена у меня пшеничка черного цвета или рапс? Что это? Рапс мы сеяли, по-моему. Да, какого хрена она черного цвета? Ну, это потому, что она черная, наверное. Здорово, выйдите из комбайна и сядьте в трактор перед прицепом. Окей. Фух, вот это да. Давай, сели. Мерцающий значок на карте показывает, где можно разгрузить прицеп. Отправляйтесь туда и заполните элеватор. Можете не спешить. Хорошо. Так, ну это ж по идее... Ага. Так, прицеп заедет, да? Ага. Разгружай. Слушайте, ну это круто, прям реально круто. Замечательно. В элеваторе ваш урожай в безопасности. Вместимость элеватора ограничена. Но впоследствии ее можно повысить. Когда вы решите продать зерно, его можно будет забрать в хранилище и доставить к одному из торговых пунктов, чтобы и подзаработать. Окей. Итак, после сбора урожая поле нужно подготовить к следующему циклу. С этим вам быстро поможет управиться культиватор. Но время от времени поле необходимо вспахивать плугом, чтобы почва оставалась плодородной. Вот так, трактор-плуг. Противовес. Поехали. Ну давай, трактор плуг. Оп. Противовес. Джей. Опускаем. И едем. Круиз контроль. Скорость. Один. А я, как обычно, малость какую-то, да, ставлю. Понятно.
Не, ну учитывая для первого раза, я думаю, очень даже неплохо. Очень даже. Противная сигналка какая у трактора. Пора поворачивать. Ага, то я так круто сеял все. Я вот смотрю на миникарте 24, 19, да, 15, 16. Это все мои поля? Вот мне просто интересно вот это. Если это все мои поля, то эту игрушку, я не знаю, можно проходить и развиваться в ней, в принципе, вечность, наверное. Да. Хорошая работа. Со временем эти земли превратятся в процветающую ферму. Сделайте еще один шаг и пройдите следующий курс обучения, чтобы узнать об удобностях и повысить урожай поля. Итак, первый раунд обучения мы прошли. Отлично. Давай теперь пройдем раунд удобрения. Ну, знаете, ребят, вообще это круто, конечно. Мне понравилось, реально, это интересненько так. Можно реально залипнуть на много времени так. И надолго. Вообще интересно. Зря, конечно, раньше в нее не играл. Долгими зимними вечерами в нее катать, катать, еще раз катать. Ничего. Так, погнали. Итак, добро пожаловать на второй учебный курс. Вы знаете, как удобрять поля, чтобы получать максимально высокие урожаи. Окей, сесть в трактор, потом присоединить к нему противовес и невозоразбрасыватель. Помните, прямо как в первом уроке. Конечно, помню, ёпта. Давай сейчас сначала возо этот. Да, потом, да, теперь. Навоз — это отличное удобрение, пропахивает экономично. Его бесплатно производят коровы и свиньи. Выберите навозоразбрасыватель и включите его. Затем щедро удобрите свои владения. Легко. Только как мне его, сука, включить? Давай включим, наверное, маячки. Я же с говном еду. Угу. Ага, его надо было открыть, да? Так, я его открыл, и теперь его надо с помощью клавиши B включить. Ух тышка. Как у нас все говнецом засеивается. Ух, красота. Окей, прекрасно. За счет этого вы добавили почву питательных веществ и сделали ее более плодородной. Отлично. Окей. Ух ты, навозная жижа, боже. Да, пахнет так себе. Зато животные дают ее бесплатно. Окей. Залезть в трактор, закрепить. Ну, это понятно. Раз. Два. Так. Итак, приступим. Выбираем навозную жижу. Подъезжаем к полю. С помощью Б. Включаем. Маячки, я тут говном имею дело. Итак, вы славно потрудились, больше питательных веществ, выше урожай. Как насчет менее пахучих удобрений? Слушай, я вообще не против менее пахучих удобрений. Итак,
Полольник также позволяет быстро и дешево повысить урожайность поля. Окей. Ох, нихера себе. Как в фильмах ужасов прям. Давай. Так, ну это мы уже знаем. Ой! Закрепите полольники. Все эти тыры-пыры в жопе дыры. Так. Переключаемся на полольник. Опускаем. Стоп. Поднять. Развернуть. Во, смотри, как это круто. Ни хрена себе. Смотри, когда. Теперь мы опускаем. Еще и мы ни хрена не едет оно. А нет, смотри, да. Пошла у нас табличка. Слушай, ну круто все-таки. Правда, не особо поле ни хрена и не меняется. Замечательно. Полольники очень полезны при обработке лугов. Хорошо. Давай дальше. Ух ты. Теперь у нас будут тут заводские удобрения. Мой любимый трактор. Сначала чего, противовес присоединить нужно? Интересненько. Ага, да, смотри. Так, где-то сюда, наверное. Так. Нужно открыть крышку. Опустить. И включить. Смотри, как круто, да, получается? Ну, это такое. Вот так, все довольно быстро, верно? Конечно, быстро, но говно мне месить больше понравилось. Итак, последнее, возможно, самое интересное удобрение. Это промежуточная культура. В нашем случае речь идет о посевной редьке. Ух ты. После сбоя урожая вы можете отсадить по... Угу. Ага. Ну давай, мой друг любезный. Итак. Выбираем наш плуг. Давай мы его опустим. И поедем собирать это все. Или не собирать. Ну, вообще, слушай, очень-очень круто, реально. Блин, бомба. Бомба, и сейчас опять будем пытаться все эти круги, мать его, нарисовывать. Ну, что-то у нас опять ни хрена не получилось. Да, и реально можно зависать в этой игрушке. Ого, на сколько времени. Так, тут я опять начал что не так рисовать. В принципе, нужно было круиз-контроль включить. Ну, ладушки. Вот это вот мы допалываем, и тут обучалка заканчивается. Так, отлично. Следующий способ удобрять почву весьма экологичен. Отлично. Итак, вторую часть мы прошли. Давай теперь тюкование попробуем. Но после этого обучения мне, наверное, надо будет уже собственную ферму подкрывать и все, и заниматься всем этим. В игре это очень довольно просто. Но хотя в жизни это будет не очень просто и не совсем довольно. Это ежику понятно. На оценочку 5. Я ставлю от себя лично оценочку 5 по 5-бальной шкале. Бомба. Очень интересная. Итак, друзья, добро пожаловать на третий учебный курс. Вы узнаете, как делать тюки, позволяющие хранить сено и солому для скотины. Да. Ну давай, будем посмотреть. Направиться к трактору и садиться. А вот этот трактор у нас тут уже поинтереснее, я вам скажу. Смотрите какой. Ух! Ого. Ты чё такой резкий, дядя?
Так. Так, переходим на эту хрень. Разворачиваем тюковальницы. Опускаем эту хрень. И включаем. Отлично, можно начинать. Да я в курсе, так что можно начинать. Смотри. Смотри, как сейчас будет. Ну. Понятно. Да, пошли собирать. В принципе, ровненько. Так, что тут у нас? Так, вот мы и не заметили, мы уже проехали конец поля, засидевшись в кабине. Да, но этим трактором потяжелее, конечно, не могу управлять, я вам скажу. О, вот звуковой сигнал немножко поприятнее у него. Хорошо, на первый раз достаточно. Салон можно попустить под подгрузку, для сюда скота и продать небольшую сумму в амбаре. Хорошо, поехали дальше. Что у нас там? Ого. Увязав тюки, вы должны собрать их и доставить на место. Хорошо. А тут у нас еще круче трактор, да? Смотри какой. Ух. American Muscle. Так, эту хрень присоединили. Че противовес? Вот мне интересно, чего противовес сразу не цепляется. Так. Так. Джей, да? Давай сделаем его в рабочее положение. Ни хера себе. Ребята, я вам скажу. Смотри, оп. Такой едешь, да? Такой чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп. Подъехало, но хоп, короче. Взяло его, смотри, оп, и сложило, да? Четенько, мне кажется, вообще класс. Слушайте, если бы у нас в стране была такая техника, то у нас бы фермерское хозяйство было на такой, мать его, высоте. Я не знаю, процветала бы наша Украина просто в плане фермерского хозяйства. Хорошо, пока достаточно. Отправляйтесь к отметке на карте, чтобы продать тюки. В смысле, ну так я этот заберу еще. В смысле, пока достаточно. Угу. Так, окей. Так, убираем с рабочего положения. Так, машины не ездят, поезда нет. Хорошо. Ага, нам нужно к амбару, я понял. Отличненько. Поворачиваем. Наверное, надо было, в принципе, даже не мордой заезжать. Хотя, первый. Ну. Ну, в смысле? Я что, не туда и поехал? Наверное, надо было все-таки жопой, да, подъезжать туда.
Да сука. Заедешь, не? В смысле, блядь, я что-то ни хера не могу понять. Как мне продать эту залупу? Кто знает? Короче, что-то я завис. Видите, оно у меня на... А как тут, допустим... Подправляйтесь, чтобы продать. Чтобы повести... Так. Кнопка разгрузки надо нажать дважды. Один раз, чтобы перевести в режиме выгрузки. Еще раз, чтобы выложить тюки. Угу. В смысле, блядь? Ёб твою! Хорош, блядь! Ебать, вот это штырится, три! Давай еще раз. Ох, сука, ты чё? Хорош, блядь. Да, типичные, сука, лаги. Ну все, ну падай.
Так, ладно. Давай заново. Я понял. Жопой подъедем, короче, к этому амбару и выгрузим. Потому что с такими лагами, ухо-хо-хо-хо. Ты что, видел, как коробило, да? Мой трактор. Это, конечно, не есть весело. Давай, раз, два, выгрузили, все, пошли дальше. Конечно. Но что, все заново, да? Ну хорошо. Хорошо, давай. Тынч. Тынч. Да я в курсе. Тынч. Итак. Развернуть. Опустить. Поехать. Включить. Погнали. Это один тюк у нас делается только. Тут вспоминается мультик. Ну погоди. Когда волк за зайцем гонялся. И тюки вот такие вот тоже выходили с комбайна. Ну ладно, я чё еще и полоску там оставил. Вот, сука, больное. Тут аккуратненько тут все это, так сказать, заехать. Не пропустить. Так, окей. Давай, сейчас соберем по Шурику. Я знаю, знаю. Знаю, знаю. Так, подцепили. Подцепили, переключили. Перевели в рабочее положение. И поехали собирать. Вот там, наверное, когда она сказала достаточно, а то, наверное, и надо было делать достаточно. Хотя, не, ни хрена, ну как это, я что? 5 тюков сделал. Я и соберу 5. Денег больше будет. Не-н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 е. Все, хорош. Едем. Так, будем сейчас выгружать как-то эти тюки, блин. Давай повыгружаем. Вот не могли они придумать, чтобы они посыпались, да? Воу, воу, воу. А, я понял, какого хера оно так. Загрузить тюки здесь. Отлично, так держать. Фух. Да, тут я, конечно, немного себе покомпенсировал мозги. А сейчас мы будем катать курей и свиней. И научимся за ними ухаживать. Опять же, с помощью тракторов и различной, походу, техники. Сейчас посмотрим, как со свиньями дело обстоит.
Давай приступим. Ух ты. Итак, добро пожаловать на четвертый учебный курс. Вы узнаете не только о том, как ухаживать за свиньями, но и как их перевозить. Хорошо. Итак. Подняли раз. Подняли два. Теперь отправляйтесь к перекрашенному скота. Угу. Ага. Ой, да ё-моё. Прикинь, нечаянно нажал. Серьезно, нечаянно. Так. Оп. Откройте меню продажи скота и купите свиней. В смысле, я что, блядь, что и не туда, сука, заехал? Тут вообще не трактором заезжаю. Давай откроем крышу. Так. Опустим прицеп. И как мне, сука? Правильно, сука, попад солнухом. Не могу ни хрена понять, куда мне вообще идти и что делать. Это элеватор, ферма. Ну так, я свиней купить хочу. Алло. Куда мне обращаться? Фиш, прикольно. Какие же у меня нахрен фары? Нельзя в машину садиться. И внутрь заходить тоже. Ага. R. Открыть меню животных. Свинька. Купить. 9 свинок. Подтвердить. 27 тысяч евро. Ёперный балет. Свиньи загружены. Чувствуют себя прекрасно. Теперь отправляйтесь к тыры-тыры трали-вали. А в натуре хряков сколько. Окей. Поднимаем. Накроем, чтобы им было не жарко. И поедем. Помчимся. На оленях утром ранним. Давай от руля возьмем. Вид из кабины. Хера себе, как-то быстренько так. Так, стоп, подожди. Подожди, подожди. То есть мне надо еще и как-то переплыть типа реку эту. Или что это у нас такое? Там мне вообще ехать.
Мост есть где-то? Да, вот все, вижу мост. Нам на ту сторону нужно. Окей, окей, надо же свиней доставить. Пункт назначения. Ну, я не могу сказать, что свинки себя прям вольготно сейчас чувствовали, когда по этим буграм кидала прицеп в разные стороны. Канаёбила его. А ну подожди. Нихуя себе! Живые, смотри. Крутецкий, крутецкий, конечно. Но это ладно, это весело, все прикольно, пока это обучение. Вот карьеру. Ой, блядь, сигнал какой. Карьеру там уж как обычно, можно так запузить, что ого-го. Хотя что, люди проходят. Сейчас 5 км в час тракторец едет. Уже 70. Неплохо, я вам скажу. Ну, купила я свинок, конечно, за на 27 тысяч. Евриков, это, конечно, ребята, я вам скажу, да. Это серьезно. Боже, тут полей сколько. Так, свинки прям... Экспресс-доставка, ёперный балет. Так, я надеюсь, тут у нас поезда не будет. Свинки едут. Вы не приехали. Вот, сука, это мне что еще? И запарковать его туда надо. Да я понимаю, ну окей, хорошо. Давай тогда опустим прицеп. Хай они пиздуют на все четыре стороны. Так, разгружаем с прицепа на ферму. 9 штук. Окей, превосходно. Первый шаг на пути к тому, чтобы создать... Ага. Стать заводчиком свиней сделан. Фух. Тут со свинками, конечно, вау. Свиньи готовы есть что угодно. Но лучше им сеть на сбалансированной диете. Хорошо. Итак, прямо перед вами 4 разных зерновых культуры. Соберите их одну за другой и переложите в кормушку для свинок. Так, стой. Что-то... А как мне? А, ё-моё. Тут еще и мышкой. Я понял. Еще.
Ты чё? Да ну жрать, суки, сейчас вам папка, блядь, насыпет. Тяжело, короче. Реально тяжело. Оп. Ну, ехай себе. Да ну блядь, да чё ж ты не собираешь-то? А, картоху собрал. Увязь. Молодчага, Антоха.
А вам что, суки? Ура! Отлично! Правильно подобранное питание повысит продуктивность свиней. Так, конечно, хряков повысит продуктивность. Я уже заебался их собирать. Теперь они будут сыты, но им нужна вода. Хорошо. Окей. Противовес. Водичка. Пройдите машину к водонапорной, чтобы получить цистерну. Хорошо. Водонапорка вот у нас. Окей. Какой резкий трактор, бляха, муха. Итак, хорошо, наберите воду в цистерну, а когда закончите, возвращайтесь к свиноферме. Угу. Наполнить. Давай будем наполнять. Что ж делать, свинки тоже пить хотят. Хорошо. Поехали. А хер с ним. По железной дороге, ничего страшного. Это что, 7300 литров воды мы набрали этим свинкам? Хрена себе свинки. Золотые прям. Ага, вон туда нужно было воду, я понял. А я туда картоху попёр. Ну ничего, бывает. Прекрасно, корм и вода сильнее всего влияет на производительность скота, но внимание следует принимать два других фактора. Окей, солома. Ну, ребятушки, я думаю, на этом хватит нам уже чуть этого фарминг-симулятора, потому что я сам скоро уже стану фермером полностью. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а с вами был фермер Антон. Пока-пока.